эту профессию идут люди, которые не боятся трудностей и являются настоящими энтузиастами своего дела. Они выполняют ту работу, без которой невозможно развитие региона и его экономический рост. Валентин Капустин, прежде чем занять высокую должность, в начале 70-х первые шаги в профессию делал простым рабочим. Шли годы, и вот уже четверть века Валентин Яковлевич – директор известного и хорошо себя зарекомендовавшего застройщика фирмы «Комплект». Для меня строительство – это жизнь. Жизнь, которая стройка побуждает жить, радоваться и за себя, и за других. Профессиональный день строителя отмечается с 1956 года. И с тех пор он стал одним из почетных в стране. Однако праздник – это еще и повод подвести итоги. Под темпом роста объема жилищного строительства Брянщина в течение последних лет остается в числе российских регионов-лидеров. За 7 месяцев этого года мы слышали, сдано 200 тысяч квадратных метров. Это 117% к уровню прошлого года. Не остаются без внимания и учреждения социальной и культурной направленности. На строительство значимых объектов из бюджетов разных уровней предусмотрено больше 1,5 миллиарда рублей. Среди строительных организаций немало и тех, кто всячески оказывает посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Помимо этого, в регионе, благодаря соответствующему указу президента, активно строятся дома с квартирами для ветеранов. Жилищные условия только в этом году таким образом смогли улучшить больше 1000 участников той страшной войны 41-45 годов. Строителям досталось великое, редкое счастье – оставить на земле полезный людям след такого сложного и такого нужного труда. Поэтому профессия строителя – одна из самых уважаемых и почитаемых. И сегодня городу нужны и детские сады, и жилье, и школы, и спортивные учреждения. Так что работы у вас достаточно. И я думаю, что с этой задачей вы справитесь. Поэтому еще раз от имени депутатов городского совета – от себя лично я хочу сказать вам большое спасибо, благодарность за ваш самоотверженный труд. Пожелать здоровья, счастья, благополучия, успехов. С праздником вас, дорогие строители! Немало теплых слов звучало на торжественном собрании в адрес созидателей Брянской области. От всех депутатов Брянской областной поздравляю сердечно всех строителей. Поверьте мне, это замечательные, прекрасные люди. И я на практике столкнулся с ними. Строили Ледовый дворец, строим школу в Брасовском районе, ремонтируем школы в Злынковском районе, много социальных объектов. Поэтому, поверьте мне, это очень-очень надежные люди. Совместный созидательный труд строителей, архитекторов, проектировщиков, ученых, изыскателей, работников промышленности строительных материалов и стройиндустрии позволил заметно улучшить архитектурный облик городов и сельских поселений Брянской области, создать более комфортные условия проживания. Телерадиокомпания «Брянская губерния» благодарит вас за нелегкий благородный труд, мастерство и верность выбранной профессии. Татьяна Глазова, Евгений Седачев. События. Брянск.